Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и сегодня со мной Арсений и Денис. И сегодня у нас офигенный челлендж с едой. Обычная еда, горячая и холодная. Как вы понимаете, будет жестко, потому что, ну, как бы не всю еду едят горячая и не всю еду едят холодная. Повезет тому, кому достанется обычная бумажка, потому что съесть замороженную еду не так-то уж прикольно, а вот есть горячую еду, не так-то уж приятно, потому что ты весь обжигаешься. В общем, вот в этих вот тарелочках будет спрятана всякая разная необычная клевая еда. Кстати, смотрите видео внимательно, напишите свой самый любимый продукт из тех, что сегодня нам попадется. Но мы, наверное, будем переходить к первому раунду. Поехали! Мы уже сложили наши бумажечки, и теперь мы можем их перемешивать и определять, кому какая еда на первом раунде достанется. Необычная. Не уверена, что будет холодная, замороженная. Раз, два, три. Я третий. Раз, два, три. Все, я первый. Первый раз просто. Не обманывать тебя еще. Открывай. Я знала, я просто была уверена. О, обычная. У меня замороженная еда. Открываем наши котелки. Это горячая еда. Наша. У тебя она тепленькая? У меня она вроде бы замороженная, на ней очень много снега. Фу. А Арсений горячая, правильно? Ну, если у него бумажка горячая, то у него горячая. Обычную давай еду. У меня замороженная мороженка. А у меня обычная. А у Арсения самая вкусная, растаявшая. Что, очень вкусная? Она теплая, реально горячая? Да, она теплая. Пипец, она холодная. Ну, как бы мне повезло, у меня замороженная мороженка, ее можно хотя бы есть. А мне больше всех повезло. У меня самое вкусное мороженое. А такое яйное, да? Да. Такое шоколадное вкусное мороженое. Аж зубы сходят. Я вот такое вот никогда не пробовала. Тем более горячее, но походу аж мне не нравится. Он прям, это его мороженое. Но оно само по себе очень вкусное. А заносите горячий чай, не замороженный, реально горло болит, я тебе реально говорю. Что, что, не понравилось тебе? Да. Реально не отличается от обычного? Ну, только теплое, все. Давайте, не будем скидываться, просто вытягивайте. Так, закрытыми глазами, там ничего не было видно? Нет. Обычное. У меня опять холодное. Опять горячее. Так, смотрим. Типа ничего не поменялось, да? Это такие биточки овощные. Горячие, у меня горячие. Это замороженные овощные котлеты. Что может быть хуже? Без мяса, да? Конечно же, без. Вкусные. Выглядит не очень. По запаху тоже. Но тут просто одни овощи. Как будто с мясом, кажется. Я не могу их даже взять. Огурец тут. Смотрите. Горячие. Грибочки. Необычные, поэтому я спокойно ем, а они страдают. Так и должно быть. Вкусно. Тут прям один красный перец. Реально вкусно. Даже замороженное это. Арсений, как? Это овощной лед. А не с рыбой? Или мне кажется? А, это зубы больно. Че, Арсений, остыли уже? Горячие? Да. Ну, это, я поела. Ну, в общем, я опять зарабатываю один балл. Какой ты балл? Ты никуда не зарабатываешь. Я зарабатываю. Главное заработать какой-то балл. И съесть все. Ой, короче, мы переходим к следующему раунду. У нас третий раунд. Давай с закрытыми глазами. Давай, я хочу их перемешивать. Закрытыми глазами. Да, я закрываю, закрывайте. Давай, мешаю, давай, и раздавай. Мешаю. Давай, раздавай. На. Блин, у меня такое чувство, что у меня опять замороженное будет. Я опять горячая. Реально обычная, прикинь. Я уже надоела, ты горячая. Так, смотрим, у меня обычная стоит еда. Блин, это еще и каша. Вроде, у тебя же никакая. Горячая. Горяченькая, да? Ну, а у Маши... замороженная. Так как мне ее есть? Как, вот так вот берешь аккуратненько и... Она просто в хлам заморожена, она не холодная, она из морозилки. Как бутерброд. Но зато она по вкусу хорошая. Теперь у меня каша лед. Даже с какими-то конфетами, в смысле ягодами. Фу. Хотя бы это прожевать, и я буду уже молодец. Я откусила прям вообще. Я поел. Честно, каша отстой. Фу. Не люблю каши. Каша отстой. Да, она обычная овсяная. У тебя, по крайней мере, у меня-то хоть замороженная. Хочешь попробовать? Нет, сами ешь. А это за 1000 рублей попробовал бы? Да. Давай тебе 1000 рублей. Да не хочу, мне не надо. Ты ж попробовал, ты ж согласился уже. Ну, я тебе 1000 рублей и тебе переведу на Сбербанк. Да не хочу, зачем?
Но мне нету сейчас, но я тебе, ну попробуй. Ничего страшного, я не хочу, сейчас не хочу. А ты попробуешь? Косарь, да. Я подумала. Мне на Дениса было бы интереснее поугарать. Я? Нет, не буду. Да сама мне сейчас еще достанется 100%. Так уже третий раунд, и мне одна заморозка. Ну, надеюсь, нет. Лютая, понимаешь? Второй. Второй раунд. Третий тоже. Третий раунд, и я просто... И мы все одно тоже идем. Фу, невкусно, нет, не нравится мне. И мы переходим к следующему раунду. Ну и запах стоит у нас тут на районе. Вкуснотища-то какая. Мяском пахнет, чебуреками какими-то, чебупели. Четвертый раунд, господа. Макс, нюхай, нюхай. Чебуреки. Чебупели. Так, где мои чебупели? Смотрите, я опять все перемешиваю. Закрывайте глаза. Закрыли? И вытягивайте. Я не буду выдавать, вы вытягиваете. Так, мне оставили. Мне кажется, что у меня будет горячее. Замороженное! Обычное. Горячее! Надеюсь, тут нам будет не повезло вкусный чебурек горячий. Денис, это твое. Окей. Так. Блин, это вообще такой отстойник, отстойный. Это он так. Ее даже не взять. Почему? Почему досталось мне холодное, замороженное? А им, этим неудачникам, нормальное. Чай бы еще. Чай, да? Он не то, что вот будет горячий. Буржуй сидит тут. Он просто тёпленький. Кипяточный. У тебя идеальный, да? Прям шикарный. Ешь, да? Шикарный, говорит. А с чем? Мясом. Ну сейчас дойдешь, узнаешь. Я начну потихоньку есть, но он пипец какой горячий. Ну так, еще сметанку. Слушайте, масленица же. Блин, знаешь что, масленица. Блины. Вот и блины. Вот это поворот вообще. Идеально. На, пробуем. Давай. Ты попал. Это поставило. По-любому. Вкусно было. О, какой он горячий, капец. Ты что, его развернуть решила? Да, потому что здесь он остывает. Я еще не пробовала мясо, но блин, мне уже нравится. Такой жирный, да? Угу. А я не нарушаю правила. Если мне достался кипяточный, блин, я его ем. Замороженный? Вообще вкусный. Хоть до мяса дойди. Да я дошел, вот смотри, съел наше. Реально мясо. Прогресс. Давай пробуй уже. Да не могу, он кипяток. Сейчас съем. Я не могу. 3, 2, 1, давай. Маша, Маша, мясо, мясо. Мясо, мясо. Все, попробовала. Молодец. Очень вкусно, реально. В принципе, я бы осталась на этом раунде. Очень вкусно. Несите просто блины и чай. Все чебуреки съели, баксичек. Ты мне отдала специально? Нет, фальшивку. Ничего не отдавала. У меня горячая. Обычная. Замороженная. Мы меняемся все так, местами. Обычная, у да? У меня еще обычной ни разу не было. Горяченькое мое. У меня обычные. Вижу, уже пар идет. Какие-то крабовые палочки в панировке. Это рыбные палочки. Ага, рыбные палочки, да? Вот. Может, не замороженные, да? Вот не покупаю такую чушь. Да. Слушай, ну горячее это лучше замороженное, если честно. Я вообще такое не люблю горячее. Как оцените? Фигня. Невкусно, да? Короче, это рыбий фарш панировки. Со специями, с перцем. С черным перцем. У меня горячее. А, синий замороженный, я думал, я говорю, фигня говорит, какая-то. Трава, видишь? Да. Укроп. У меня такая же. Че, не понравилось? Ну что вы фукаете, вкусно? Вообще отстой, фу! Метод. Рыбные палочки, мерзкие палочки. Я поела горячих, очень не люблю все рыбное горячее. Сейчас попробую обычное. Я нарушаю правила. Вкусно? Ну и замороженного добавь. Ну еще, ну да, замороженного добавь. Капец, так много откусила. Да? А что? Мы без понятия, какой сейчас раунд. Четвертый или пятый? Давайте, я сейчас закрыла глаза, вы закрываете тоже. Закрыл, закрыл, что давай. Давай, Арсений первый тянул, теперь ты первый тянешь. Бери какой хочешь. Замороженное. Ага, наконец-то хоть кому-то. Горячее. Необычное. Наконец-то мне не было обычной еды. Так. Но это, походу, замороженный, да, чебурек. И, походу, даже наши чебуреки стояли правильно. У меня обычный. Вообще. У меня даже он горячий, прохладный. Да, о, блин, вообще, вот когда трогаешь просто тарелку, то кажется норм. У меня замороженный. У меня холодный, почему он мне не теплый? Слишком жирный. Фига там жира, реально. Ладно, давайте сначала посмотрим, что внутри этого чебурека. Как ни странно, здесь мясо. Да ладно, у меня тоже мясо, замороженное. Фу. Я вообще не могу есть такое. Я вижу жир, или это бумага. Где-то шуршит, что ли?
Прием. Нет. У меня тоже вот это тесто. Нет, тесто понятно, жир я вместе жир вижу. Скажи. Интересно вообще. Вот, видишь, это что? Это же жир. А, жирок, ну. Белое – это жир. Я думаю, самое полезное здесь – это тесто. Фу, я не могу есть холодное. Оно такое горькое, короче, какое-то вообще. Вернее, замороженное. Замороженный чебурек подай отстой. Подай его, просто подай. Замороженный чебурек отстой. Мне кажется, мне сейчас весь макияж подтечет. От температуры, да? От температуры, которая исходит от чебурека. Фу. У Арсения. Арсений решил наесться чебуреками. Нет, честно говоря, у меня вкусно, несмотря на то, что у меня даже он не мясо теплый. Мясо вкусное вообще. Мясо, горькое, да, не очень. Да, отстой, да? Фигня. Не очень. Фу! По запаху можно определить, что что-то пошло не так. Что-то подгорело. Какие-то орехи у кого-то сгорели. Давайте. Доставайте. У меня горячее. У меня замороженное. У меня обычное. Так, давай смотреть. О, это явно отправляется Денис. Так, это холодное. Арсению. А это мое. Мне кажется, есть это небезопасно для жизни. Нифига себе. Да, что-то повело. А это сникерс вообще, нет? Или это просто какая-то? Лепешка. Ну, благо, мне повезло. Попробовать чуть сникерс можно. Вот с краешку. Горя. Попробуй. Это орехи горячие были. Наши орехи такие горячие долго же. Они же вообще не остывают. Угу. Замороженный вкусно с чаем. Ну, он такой, как будто в холодильнике полежал. Не заморозился. Произвели. А у тебя что? Не, не хочу. Не-не, спасибо. У меня превосходный. Снова сникерс. Сколько было съедено калорий за этот челлендж? Страшно представить. Горячий сникерс. Вы представляете, как он выглядит? Расплавленный. Вместе с тарелкой. Он там еще что-то шипит. Он разговаривает. Не, ну это жесть, конечно. Мы идем дальше. Еще один жаркий, холодный, интересный раунд. Давайте я хотя бы раз первый. Давай. Стой. На, давай. Стой. Надеюсь, обычная. Обычная! Горячая! Открываем. Открываем наши штучки. Ну, замороженную определить не так сложно. Она выглядит вот так вот. У меня обычная. Фу, это что-то, короче, мерзкое, да? Это шоколадное молоко. Горячее, да? Горячее никогда не пробовала. Оно очень густое. Фу. Но Арсений как мороженка. Отстойное вообще. Короче, тебе вкусно. Походу повезло, да? Я попробую, реально так отстойно, или он вас обманывает? Да, конечно, так отстойно. Шоколадное мороженое. Он вас обманывает по вкусу, как жирное какао. Да, отстойное. Но не вкусно, не очень. Оно очень жирное. Арсений, у тебя как? Как мороженка шоколадное. Тебе не понравилось? Хочешь попробовать обычно, как это должно не, быть? Не, мне нравится шоколадное. А давайте кто быстрее выпьет. Нет, я точно не буду. Точно не пьет. Я не буду пить, даже ни за какие деньги. Даже за миллион рублей не выпью? Даже за миллион рублей не выпью. Да ладно. Да ладно, кто мне даст миллион рублей? Ну вот представляешь, тебе бы подходят, и говорят, эти миллионы ты выпиваешь. Да никто не такого не будет. Ну а если выпьешь? Не будет, нет. Переходим к следующему раунду. Ну что, дети мои, у нас последний раунд. Ты вообще наш внук, не забывай об этом. Нет. Кого, инженер? Нет, говорю. Внук, это же внук наш. А, ну внук. Короче, у нас какой-то раунд. Это финальный раунд, между прочим. И нам нужно сейчас вообще, короче, вкусно покушать. И с хорошим настроением пойти заниматься другими делами. Давай, ну тяни, что хочешь. Ну ты закрой глаза, что ты смотришь-то. У меня замороженное. Обычное. Горячее. Арсению повезло, мне кажется, больше всех. У меня заморозка. У кого заморозка? О, у меня. На. У меня замороженное фруктовое желе. Что может быть превосходней? Необычно. Что может быть более отвратительное, чем горячее желе? Блин, оно так пахнет вкусно. Посмотрите, это просто водица. Слушай, оно подтаяло. Реально вообще кошмар. Это есть можно? Ну, похоже на кисель. На компот. На кисель. Знаешь, в детском саду был суп из компота. С желе. Ага, суп. Тебе не делали? Суп фруктов. Да, то есть брали, видимо, компот, который остался с утра, добавляли в него желатил. Брали, короче, колпол, добавляли желопил и подавали на албет. Это Маша рассказывала. Еще немного-то из юльма и вообще превосходно. Все перепутал. Ну, короче, брали компот, который остался с завтрака, добавляли в него желатин. Ну что вы не понимаете, желатин добавляли. Желатин. И подавали наполник. Да, это было да. Мое самое любимое блюдо. Не, вкусно, кстати. Там сухофрукты были всякие разные.
Не было такого? Не помню. Не, вкусная тема была такая. Ну, по виду, конечно, так себе было. Такие соперки. Кто-нибудь будет пробовать? Мне страшно. Ладно, попробуем. Арсений, вкусно? Тебе, короче, повезло, да? Знойный, горячий. Что ты себе, блин, отдаешь, блин? Летний день, вот это вот прям круто, на самом деле. Это лучше, чем мороженка. Очень холодная. Тема. Да прикольно. Ну, кисло что-то, да? Ну, тут мандарины, ясен-красен. А обычно, когда ешь, нормально. Да, ну, вкусно, на самом деле. Думала, хуже будет. Сладко, горячее, да. Желе. Ну, кисло-кисло. На, попробуй замороженное. Давай. Ну, попробуй. Вот и попробовал. Чё, как мороженое. Безвкусное. Да прикольно. Не сладкое. Ну что ж, дорогие друзья, мы от души поели, конечно, сегодня. Теперь мы будем сжигать калории, которые были только что поглощены нами. Надеюсь, что вам было интересно, весело, вы там не сильно есть захотели и все такое. Не забудьте поставить лайк, поддержите, пожалуйста, нас и поделитесь этим видео с друзьями. Ну а на этом все. Благодарим всех за просмотр и до скорой встречи. Всем пока! И посмотрите вот эти видео. Обязательно. Давайте, сонтируйте.